6 число. Вот мою парковку. Там уже эта тетка отдыхает на скамеечке. Отдыхающие они отдыхают. 6 число. 6 число. Сейчас я скажу, сколько времени. 6 августа. В общем, оба компьютера у меня отключились, не работают. Не выложить вам в интернет ничего. Оба компьютера. 17:19. И фотоаппарат сломался. Мужик вот из того эллинга вышел, который здесь вот в трусах ходил. Фотоаппарат у меня упал, не работает. Просто там возражали. Что там, возражали к хуям, что я отключила ваши эти ядерные установки. А они к хуям у вас отключатся. У вас там отрубит электричество. Где-то отрубит, а где-то замкнет. И ваши эти хуяк ядерное оружие полетит. А куда оно полетит, неизвестно. А вы к хуяк расслабьтесь. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Это я к чему? Это я к тому. А вы возражали, чтобы я отключила? Вы возражали, оно к хуям полетит, и вы увидите, что могло бы произойти, а оно полетит. Потому что у меня отключено, вы что думаете? А, нет, вот еще, что внутренним взором, как там это? Типа, ты расслабься, мы уже столько денег заработали, ты уже столько наработала, столько видео сделала, столько выложила, у нас уже столько денег, да когда мы будем отдыхать? А я к хуям не знаю, у меня вот этот вот, наверное, 30 тысяч рублей, и все. Какие деньги? Где они деньги? Кто мне показал? Кто мне что заплатил? Мне никто ничего, я не вижу никаких денег. Так что и ваше ядерное оружие, я не знаю. Я не знаю, знаете, это как там, это накапливается, замкнет и все. А что тут у вас не работает? Что тут у вас, Татьяна Салмановна? Компьютеры не работают? Так в ремонтную службу оба несите, они прям оба у вас в одно и то же время, и фотоаппарат у вас не работает, а вы вызовите. Вызовите службу, пусть вам починят ваши эти установки во всем мире. А куда оно полетит, неизвестно. Полетит оно, не полетит, наверное, на вас и упадет. А я не знаю. Это неизвестно. Вы там где-нибудь поинтересуйтесь. Ваш оно настроено, замкнет. Во всех городах электричество отключится, где-то там, понимаете, где-то отключится, а где-то замкнет. Вот, и все, оружие полетит. Так что вот, а что оно такое? А это называется апокалипсис. Апокалипсис, понимаете? Вот, так что вот, отключать не надо. Вы их сделали нехорошо. Нехорошо сделали. Так что имейте это в виду. Татьяна Салмановна, Мактум Сейфуддин. Вот так.